Начну выпуск самого значимого события выходных дней. Православные отметили главный церковный праздник – Пасху. В ночь субботы на воскресенье в храме архистратига Божия Михаила прошло торжественное богослужение во славу воскресения Господня. Самые яркие фрагменты из ноябрьской святыни мы оставили без комментариев. С праздником! Пасхальный кулич – непростой каравай. В нем таится могучая сила, вера в Бога Отца и Вселенной Творца в небесах отражает светило. Воскресе! Воскресе!